Добрый день, с вами снова Александр Шибанов, и на этом уроке по программе 3D Studio Max мы будем ставить стены для интерьера, но по самому плану интерьера, то есть у нас как бы есть точные размеры, или почти точные, и нам нужно поставить стены по этому плану. Для этого я в виде сверху располагаю плоскость. Делаем, чтобы она отображалась картинкой, и назначаем ей стандартный материал, но в диффуз ложим изображение нашего плана. То есть вот я как раз подготовил, назначаем материал плоскости, нажимаем на кубик, чтобы он отображался, и применяем модификатор. Вот наша плоскость уже с правильным отображением нашего плана. Что нам нужно дальше делать? Нам нужно вот однокомнатная квартира, вход, я так понимаю, здесь. Это кухня, это санузел и это одна комната. Так, берем опять-таки план и начинаем строить наши стены. То есть, ну вот, располагаем так, делаем по одному сегменту, переводим его в EditAbed поле. Выбираем наши ребра или грани, как правильно. То есть вот я перенес до угла, нажимаем Shift, как бы у нас добавляется грань. То есть вот видите, вот она появилась, да? И дальше вот так потихонечку до каждого угла ее с шифтом протягиваем. Так, тут уже выбрали вот эту грань, потянули. До угла опять-таки тянем. Опять с шифтом выбираем другую грань. Тут у нас балкон, наверное, или окно. То есть все сейчас, почти все действия делаются с шифтом. То есть вот до угла, опять до угла, сюда вышли. Так, теперь смотрим, у нас разделение тут идет. То есть я вниз ушел. Тут дверь. Так, тут мы должны были оставлять. Вот она. Возвращаемся. Вот. Опять обозначается окно. Я с шифтом, естественно, сейчас передвигал. Опять с шифтом. Так, мы пришли к входу. Теперь тут протянули. Тут желательно сделать вот так, вот так и вот так. Уходим вниз.
Так, протянули. Теперь здесь. Так, еще раз. Ну вот, стены у нас, можно сказать, уже почти готовы. Выбираем полигоны. Все, то есть Ctrl-A я нажал. И теперь можно экструд сделать. Так, первый экструд у нас будет, ну, второй экструд чуть повыше. Окей. Ну и третий экструд там. Вот, допустим, вот так. Вот так стены мы и создали. Теперь можно посмотреть на вид сверху. То есть тут у нас вход, тут комната, тут кухня, тут санузел. Нижнюю можно убрать. Посмотреть на решетку. То есть у нас вот тут вот должно быть окно. Мы опять выбираем полигоны. Только лучше, наверное, изнутри их выбрать. Там, где должны быть окна. Делаем экструд в обратную сторону. Ну, наверное, так. Я просто сейчас не вижу. Эти полигоны удаляются. И вот эти полигоны, естественно, тоже удаляются. Там, где у нас окна. Остается соединить вот эти вот вертексы. То есть я, чтобы лучше было видно, перейду в другой режим. Вот у нас тут два вертекса. Здесь удаленные полигоны от окна. Я вот выделил два вертекса. И нажимаем на кнопку коллапс. Эти вертексы соединились. Так, и еще надо бы сделать с полигонами в дверных проемах. Выбрали вот этот верхний полигон. И зажатой клавишей Ctrl выбираем этот полигон. Нажимаем Bridge. У нас закрываются. Появляется перемычка дверного проема. Большое спасибо за внимание. И до следующих уроков. До свидания.